Надо как-то найти в себе силы и примириться с этой цифрой, которую все вокруг называют, а я так и к ней не могу привыкнуть, что, Боже мой, 8 – это про меня? 8 – это про меня? 9-й десяток – это про меня? Про меня. Не очень легко с этим смириться, но обнадеживает, что все большее количество людей уходит в возрасте после 80 лет. Это просто медицинский факт, что называется. Я смотрю, у нас есть газета «СК Новости», и там на последней странице, она раз в месяц выходит, на последней странице по некрологии. И всегда там было в возрасте 65, 70, 72, 3, 5, и вдруг сплошняком, за редким исключением, за 80 уходит. И это удивительно, потому что это относится, значит, все к моему поколению, ну, чуть старше меня. Поколение, которое пережило войну, пережило трудные послевоенные годы. Почти все жили впроголодь, в коммуналках почти все жили. Совсем не баловала нас жизнь, а за 80 прожили. Чем это объясняется? Я, откровенно говоря, только успехами медицины нет. Я думаю, что тут надо какую-то искать другую причину. И жизнь мудрее наших умозаключений. Тут надо вспоминать вообще о существовании муравьев, пчел и так далее. Как они реагируют на пятна на солнце и так далее. Но я действительно наблюдаю это с большим интересом. Наблюдаю и думаю, когда же этот бум кончится, так сказать, наш 80-летний, даже 90-летний, может быть. Вот сейчас не так давно умер в возрасте почти 92 года Хуциев, еще несколько из нашего цеха существует режиссеров в этом в очень солидном возрасте. Короче говоря, привыкаю к тому, что мне 80. Ну, а что я думаю делать? Составил список гостей, сокращаю его, потому что всех друзей и знакомых, к сожалению, не только потому, что я не потяну, но и потому, что это теряется, когда все друг друга за столом не видят и рядом не сидят, то праздник довольно быстро превращается в пьянку. А хочется, чтобы он немножко затянулся, процесс праздника и разговоров, и встреч с людьми, которых ты давно уже не видел. Это поэтому так сокращу человек до 40, если удастся, если не удастся, тоже приглашу. Но думаю, 40-50 человек, друзей старых и новых тоже, которые приобретаются. И врачей, что тоже очень важно. В нашем возрасте все больше врачей на праздниках.